Дикий Хоукмен, загнан в угол. Хоукмен против черной чумы. Это инопланетная форма жизни, он известен как Морфициус, он разрушает, а его чума поглощает все живое, до чего дотянется. Такое предупреждение я услышал от судей какого-то высшего совета. Слова, которые больше не имеют смысла. Кто знает, какую еще мудрость мое тело расскажет мне Картеру Холлу. У меня есть что-то вроде союзника, инопланетный оборотень Аскана. Она работает на доктора Кейна, человека, который несет ответственность за освобождение Морфициуса из его могилы. Я не жалуюсь. Следи за спиной Хоукмена. Минуту назад, когда я прилетел в лабораторию Кейна, его помощница Аскана пыталась убить меня. Сейчас она, кажется, пытается остановить Морфициуса и препятствует распространению его чумы, как и я. Я буду сдерживать его приспешников, а ты уничтожь Морфициуса. А чем, по-твоему, я занят? Уже слишком поздно, Хоукмен. Ты вернул чуму обратно ко мне, когда я был слаб. Теперь я стал силен, как никогда. И мы поглотим весь твой мир. И я виновен во многом. Много людей погибло из-за меня. Поверь, в аду меня заждались. И я не собираюсь отправляться туда один. Нет, твой эндометалл не приносит ему вреда, а наоборот, помогает. Что? Свойства энного металла, полученные от тебя, не позволяют навредить мне. Но ты приобрел не все мои способности. Нет, тебя можно остановить, судья рассказал мне. Приобрету очень скоро, оглянись вокруг, уже слишком поздно. Судья? Голографическое послание, которое я разблокировал в корабле Морфициуса. Ну и что? Что сказала эта судья? Слишком мало. Добро пожаловать в чуму, Хоукмен. Ты будешь кормить мою армию своими грязными тангаренскими энометаллом, а потом умрешь. Тангарианским? В другом месте. Уокер, вставай. Кейн, вставай, ты мне нужен. Чума здесь, это полное безумие. Скажи мне, как остановить его? Ты круглый дурак. Помоги мне, инопланетный подонок. Я приказываю тебе. Лаборатория Кейна. Я не могу с ним справиться. Каждая секунда, что я их сдерживаю, Хоукмен прибавляет в их ряды нового члена. Надо отходить, если мы хотим иметь хотя бы шанс на победу. Нет. Уходим. Как их победить? Нужно убить Морфициуса. Он нуждается в человеческом теле. Без тела он долго не протянет. Он пошел за доктором Кейном. Куда побежал Кейн? На крышу, там его ждет вертолет. Но сначала он заберет свои генетические образцы из криокамеры. Ты неплохо помогла. Ты оставишь меня здесь? Запускай птичку. Будь готов взлететь, я скоро буду. Как людишки любят говорить. Куда спешите, доктор Кейн? Я твой бог, Морфициус, и я убью тебя. У меня нет бога, во всем виновата твоя жадность. Ак. Жаль, что я унаследую от тебя эту черту, но в тебе есть много чего, что мне пригодится, и я поглощу тебя всего. Я не забыл про тебя, доктор Кейн.
Если бы не орда пришельцев, размножающихся внизу, пришел бы и пораньше. К счастью для тебя, мне не наплевать на все это. Случилось кое-что забавное по пути к твоим похоронам, Морфи. Судья высшего света невозможно. Я встретил одного из тех, кто заключил тебя в тюрьму. Из послания я не узнал некоторых деталей о том, как прикончить тебя. Мне пришлось выяснить оставшиеся действия самому. Тебя сдерживало глубокое холодное море. Ты плохо переносишь холод, регенерация твоих клеток притупляется. Нет, я потребил достаточной энергии, чтобы... Ты умираешь, и твоя чума умирает вместе с тобой. Я продумал все способы твоего уничтожения. Продумывай, что хочешь, если тебе от этого станет легче. У тебя будет много времени. Ты пробудешь в криогеновой заморозке всю оставшуюся жизнь. Ты поймал Морфициуса, но если Кейн сбежит со своими биологическими образцами, чума продолжит свое распространение. Кто ты? Уокер, сейчас я друг. Доктор Кейн на крыше, у тебя есть крылья, так лети. Пришел час расплаты, доктор Кейн. А что касается тебя, у меня твой ключ. Катар Холл. Куда летим, доктор Кейн? Нью-Хэмпшир. Ты знаешь, где это? Пилот, что это было? Там что-то. Боюсь, об заклад ты думаешь, что полетишь домой, не расплатившись, Кейн? Нет, постой. Твой пилот оставил нас. А мне нужно только это. Прощайте, доктор Кейн. Несколько дней спустя, Бронкс. У тебя снова включили свет, Картер? Выяснилось, что это дешевле, чем все время покупать свечи и батарейки для фонарика. Как ты меня нашла, Эмма? Приходила к тебе домой, твой сосед сказал, куда-то ты пошел. Мой отец побеспокоился. Прошло 3 дня с тех пор, как ты принес инопланетные образцы. Он боялся, что ты снова провернул свой трюк с исчезновением. Нет. Думаю, я буду слоняться где-то поблизости некоторое время. Просто мне нужно было несколько дней, чтобы разобраться в своих мыслях и перевести. Что за черт? Картер, выглядишь так, будто увидел призрака.